торопись. Не так быстро. Давай. Не считай его. Что? Элайн Тед Атайдан.
at Iron AR. Поговори с командиром. Это он драйв Айп Маккейр. Да? Но! Я-то знаю. Эльза черным дает, сучка. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал, мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отметился, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонка и копец сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришлешь. Говорят, положили тело его в склеп. Не смотри на меня так. Неприятности ищешь?
Чего? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерии, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пьянчуг. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки, еда и питье за мой счет. Чего изволите? А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо собьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить помощи. А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь.
Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Покажи, что у тебя есть. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал? Черные уже поля меряют.
Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. По что они эти межи проводят, а? Чтобы отчизну нашу на делянке порезать и своим раздать. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмаку Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. В игре 4 фракции. Чего? Фракции, команды. Устая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Оксенфуртской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии, ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Война уже дошла до Новиграда? Нет. Но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни, а сидя за книгами их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Может, хоть кто-то, наконец, запишет войну такой, какая она есть. Без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость — это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий конфликтам колорит. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом.
Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Нет, меня ждут другие дела. Жаль. Я бы сыграл с местными. Но они и до 10 не сосчитают. Да и правил понять не могут. Ну ничего, возвращайся, если передумаешь. Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын! Хватай его! А твоей жопой я сам займусь! Не отпускай его! Покончим с этим! Познакомиться. Все будет хорошо. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы.